как коллега помогает надеть стерильно чистый халат, у медсестры Ларисы Жигзымаевой есть время собраться с духом. Несмотря на 25-летний опыт в хирургии, волнуется перед каждой операцией, как в первый раз. Через полчаса на столе окажется пациент с колото-резатой раной. Медсестра – вторая рука хирурга. За считанные секунды подаст доктору нужный инструмент. Моя первая операция – это ножевое было ранение в шейный отдел ночью. Страшно было. Для меня все операции сложные. Я не считаю, что какая-то вот операция легкая, какая-то тяжелая. То есть они все как бы важны для меня. И в каждой операции есть свои нюансы, есть свои сложности. Собранность и внимательность – главные качества любой медсестры. А залог успешной операции – командная работа. Нюргуяна Петрова скальпель в руки не брала, зато знает все о физиотерапии. В медцентре девушка делает процедуры пациентам по назначению врача. Это, наверное, мечта с детства была. У меня мама медик, сестра медик, вторая сестра медик. Ну и я тоже пошла по им стопам. Возможно, кто-то считает, что медсестры – персонал, который только перевязывает раны, делает уколы и проветривает палаты. Но это не так. Медсестры участвуют в сложных операциях. Помогают пациентам пойти на поправку. Без правильного и своевременного ухода этого не произойдет. Настроение, которое пациентам задает медсестра, тоже влияет на процесс выздоровления. При этом любому медику важно сохранять холодный рассудок. Раз они пошли в медицину любить свое дело, они должны быть добрыми, понимающими, сочувствующими, но терпеливыми. Вот. Ну, быть готовыми ко всем нюансам. Сегодня в Мирнинском районе работает почти 400 медсестер. 250 из них в Центральной районной больнице, остальные в медцентре «Алроса». Большинство – выпускники Мирнинского медколледжа. Некоторые являются почетными сотрудниками города и района. В честь профессионального праздника младший персонал получил теплые слова и награды от главы района. Медсестра – человек, не ждущий похвалы и славы. Важнее всего для медиков видеть, как радостно пациент собирает вещи и торопится домой к родным и близким после выписки из больницы. Анна Брущенкова, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край».